Кибератака в Украине была направлена на то, чтобы парализовать страну, а не заработать деньги. Об этом пишет The New York Times и, в частности, приводит высказывание сотрудника одного из авторитетных американских технологических компаний о том, что, цитирую, «никто не нападает за день до Конституции без всякой причины». И главной задачей преступников, по мнению издания, было посеять хаос в Украине.